Если взять газеты и журналы того времени, такой похабщины, я думаю, не писали ни о каком авторе. Они об него просто ноги вытирали. А почему? Не поняли? Вот есть Шекспир и Чехов. У Шекспира сразу ты знаешь, кто кто. Отелло хороший. Дездемона невинна. У Чехова все хорошие. Никто не говорит, я негодяй. Все хотят нравиться. Публика пришла на премьеру, а премьерная публика тяжелая. И вдруг вместо комедии или трагедии им показывают несусветное что-то.